Чудо Украины, так называют историки и археологи, национальный заповедник Хортицу. Популяризовать главный туристический объект города взялись гости из Киева. Привезли в Запорожье научно-популярный фильм об одной из главных достопримечательностей Запорожского края. Создатели картины уверяют, ее оценят все, кто неравнодушен к родной истории, и взрослые, и дети. С подробностями София Пшипировская. София Киевская, Печерская лавра, Древняя Умань, Львов и Острог, каменные могилы и колыбель запорожского казачества, остров Хортица. Вот главные достопримечательности страны, считают создатели проекта «Семь чудес Украины». В Запорожье приехали с презентацией фильма о национальном заповеднике. Все диски авторы проекта передадут в школы и библиотеки Запорожской области. Логика дуже проста. Фильмы мы робили максимально 15 до 20 хвилин, що дає можливість вчителю розповісти про певний історичний період, подивитися фільм, а потім прокоментувати чи обговорити. Реалізація цього проєкту і, зокрема, допомога школам, бібліотекам, вузам, які від держави давно вже допомоги не отримали, я думаю, що буде невеличкою такою часткою до того, щоб ми об'єднували Україну на власній історії правдивій і на українській культурі. В самом заповеднике надеются, что новый фильм поможет привлечь в наш город туристов. Сотрудники уверяют, на Хортице и на Січі действительно есть что посмотреть. И сегодня мы имеем уже 6 экспозиционных объектов на Січі, которая постоянно принимает новых туристов, которые цікавляться историей Запоріжжя, историей козацкого часу, историей Украины. Сами туристы признают, Хортица действительно способна покорять сердца. Говорят, обаяние здешних красот чувствуется сразу. Ехали с отдыха, решили заехать на Хортицу. Не жалеем. Честно, даже лучше, чем на отдыхе на море. Понравился, честно, вид сверху, там, где флаг висит, самая высокая точка. И, ну и то, что, как бы, как говорится, стариной пахнет. Все красиво, классно, все с дерева. Очень красиво, вид очень классный. Авторы проекта надеются, новая документальная лента понравится не только школьникам, но и их родителям. Уверены, этот фильм приоткроет еще одну историческую завесу про легендарный казацкий остров.